Заработная плата среднего и младшего медицинского персонала в Туве в 2018 году будет на уровне среднего размера заработной платы по субъекту – врача выше в два раза, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Тувы. Средняя заработная плата врача из расчета 200% от средней заработной платы по региону в 2018 году составит чуть больше 56 тысяч рублей, а среднего и младшего медицинского персонала составит более 28 тысяч рублей. При этом специалисты планово-экономического отдела регионального министерства здравоохранения подчеркнули, что размер заработной платы каждого отдельного врача будет зависеть от его квалификации, сложности объема и качества выполняемой им работы. С учетом всех индивидуальных начислений врач может получать как больше, так и меньше целевого значения. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 29 копеек, евро 69 рублей 85 копеек.